Я бажаю здоров'я усім, хто разом із нами на Політека. Сьогодні мій співрозмовник, адвокат та експерт з питань антикризового управління Михайло Гагаркін. Я вас вітаю, пане Михайло. Навзаєм. Пане Михайло, після ініційованого президентом України санкційного процесу у багатьох експертів, політиків, політологів складається враження, що президент Зеленський змінює стилістику свого президентства і хоче виглядати переконливо, знаєте, так, фундаментально. Використовує він для цього інструмент Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, цей консультативно-дорадчий орган за останній час ухвалив багато резонансних рішень. На вашу думку, що прагне президент Зеленський досягти політично і не лише політично? Чого прагне Зеленський? Це треба питати у господина Зеленського, тому що на сегодняшний день мы с вами не знаем их плана, их желаний, их мыслей. Но если посмотреть внимательно на происходящее, уже произошедшие санкции, которые ввело РНБО, то я могу сказать, что многие санкции, которые уже озвучены и воплотились в жизнь, они не совсем законны и не совсем правильно применены. Поэтому, скорее всего, что ждем разбирательства в судах. Тоже как отдельное направление шоу-бизнеса в Украине. Что касаемо санкций, которые могут быть сегодня, я думал по поводу этого, как бы это все хорошо сформулировать, но мне приходит только на мысль одна такая фраза. Знаете, у самурая нет цели, у самурая есть путь, только путь. Поэтому я думаю, что сейчас мы просто можем созерцать происходящее и просто созерцать. Поэтому логики происходящего я пока не вижу, потому что я не понимаю законность принятия этих санкций, и я не понимаю, с кем собирается президент Зеленский воплощать все это в жизнь. То есть будет опять как словили как и отпустили или как? То есть я не понимаю, с каким функционалом, с каким персоналом он собирается все это превращать в жизнь. Поэтому давайте просто немножко замедлимся в этом вопросе и посмотрим на происходящее там, в горизонт 2-3-4 недели. Ну и я думаю, что все резко и сразу у нас с этим вопросом появится. Пане Михайло, ви кажете про те, що якщо говорити суто з точки зору закону, то не до кінця розумієте підстави для тих чи інших рішень. А з точки зору логіки, політичної доцільності, мета виправдовує засоби, знаєте, такий макіавелівський принцип? Я можу сказати, що з тим персоналом, яким президент Зеленський зараз намагається примінити санкції зі своїм колективом, у нього не вийде. Все это будет развалено в судах, то есть не совсем профессиональные действия и логика применений санкций я сейчас это вижу налицо, потому что первичный анализ, который был сделан нами при первых санкциях, уже показывает, что не совсем правильная позиция и правильная стратегия выбрана. Ну, давайте посмотреть, может быть, мы что-то не знаем, скорее всего, что мы что-то не знаем. Ну, не будем спешить. Знаете, это... Ну, шоу должно продолжаться. Пусть все действует, пусть все происходит. Не спешите, знаете, караван идет. Посмотрим. Шоу must go on. А скажіть, будь ласка, от, на вашу думку, наскільки серйозно болючими є ці санкції для тих осіб, щодо яких вони, власне, і були запроваджені? Ну, можемо оцінити суто економічний бік цього питання. Я не видел ни одного бизнеса, который был остановлен этими санкциями. То, что санкции были наложены на трубу или на телеканалы, ну окей, это СМИ, это немножко иная сфера или иная плоскость. Все, что касаемо, к примеру, бизнес-процессов, то, что уже есть в свободном СМИ, то перед санкциями за несколько дней многие бизнесы с офшорных компаний, на которые наложены санкции, были выведены. Поэтому, есть утечка, еще раз говорю, с кем собирается президент Зеленский воплощать все это в жизнь. Если с теми же гражданами, которые осуществляют утечку информации, то ничего не будет. То есть, знаете, это все, я думаю, что неглубокие санкции и последствия глубокие будут уже в обратном периоде. Ряд міжнародних організацій, також посольство, можна говорити відверто, аплодували, вітали рішення Ради національної безпеки і оборони України. Про що свідчить така от реакція міжнародних наших партнерів?
знаете, сегодня хочу цитатами говорить, и шапки или чепчики в воздух что-то там бросали. Вот я боюсь сейчас быть неточным. Вы знаете, не надо сейчас делать скоропалительных выводов, потому что многие вещи, которые сейчас происходят, они происходят а, эмоционально, и б, поверхностно. То есть нет глубоких процессов, которые позволяют менять ту структуру и тот несозидательный процесс в стране, который происходит. Поэтому все, что было озвучено, скорее всего, что это все на 5 минут. Ну, я еще раз говорю, я не вижу сейчас в стране процессов, которые позволят запустить экономику, запустить инвестиционные инструменты в стране, которые позволят как-то гражданам Украины лучше жить, проще работать, вести свой бизнес. Я этого не вижу. То, что сейчас происходит, ну, может быть, это уже начинается зачистка к выборам. Я думаю, что не окончательно еще решение по СНБО, я думаю, что будут еще решения. Вопрос, кто и как это будет втиливать до життя. Поэтому не будем спешить. Я еще раз говорю, я не вижу там серьезных кадровых, как бы там, кадровых решений, которые позволят применить это все в жизнь. Потому что, как показывает практика, вот за последние 6 лет ничего. То есть, ну хорошо, шум есть дальше. Ну, я бы спокойно к этому относился и просто-напросто созерцал в стороне. Потому что многие процессы происходящие, ну, они так на бумаге или просто так в СМИ и остаются. То, что закрыты телеканалы незаконно, да, это, я считаю, не совсем правильно и вообще неправильно. СМИ должны работать. Для того, чтобы СМИ не критиковали власть, так как не нравится власти, то власть должна что-либо делать. Должны осуществляться реформы, должны осуществляться экономические процессы. Законотворчество должно быть на созидание страны, но не на разрушение. Поэтому мы получили то, вернее, не мы, власть получила то, я к власти не отношусь, то, что она делает. Поэтому сейчас идут последствия. Хорошо, посмотрим, куда она дальше пойдет, эта власть. Поэтому я думаю, что не совсем корректные советчики у господина Зеленского. Может быть, чересчур он эмоционален, но я думаю, путь неправильный выбран. Во всяком случае, если человек хочет навести порядок и убрать группы влияния, которые мешают, по его взглядам, развитию страны, то нужно было немножко не так выстраивать стратегию, концепцию всего происходящего. Якщо не так, то як, на вашу думку, потрібно було її вибудовувати? По всіх санкціях должно бути верховенство права. Так як я говорив в предыдущих інтерв'ю, знаходясь на госслужбі, ви должны придерживаться только одного – это соблюдение законности. И только так. Все, что касается ваших оппонентов, они вправе применять решения управленческие, как им угодно, в правовом поле, в сером поле, либо противозаконно. У вас, так как вы руководитель страны и вы являетесь властью, у вас только один путь – закон, только согласно букве закона. То, что сейчас происходит, это не так. Поэтому, скорее всего, что когда будут суды, а суды, я думаю, что все граждане, которые правы, не правы, я не даю никому оценку, я не выступаю ни на чьей стороне. Я думаю, суды дадут свою оценку, это будет не сейчас и не завтра, это длинный путь, но он будет. Что будет потом, какие будут последствия и на кого будет пенять потом команда президента и сам президент, это уже его жизнь, это он должен понимать, куда он лезет и как он это все делает. Может, такие решения не принимаются с кондачка, и они должны быть взвешены. После этих решений должны идти действия. И действия должны быть сугубо в рамках закона. Для того, чтобы любой суд не мог оспорить эти действия. Если же эти действия будут оспорены судами, то пойдут встречные иски. А встречные иски, это уже несколько будет иначе. Потому что, знаете, как тоже говорили мудрецы, нет ничего вечного. Поэтому... Пане Михайло, ви казали про вибори. От на вашу думку, наскільки високою є ймовірність проведення в цьому році дострокових парламентських виборів? Я завжди починаю з економіки і з денег. Те закони, то, що зараз применяє, обсуждаються в Верховній Раді на комітетах, то, що зараз приймаються Верховною Радою,
Я не считаю, что они идут на укрепление бюджета и экономики страны. То есть, в принципе, идет разбазаривание национальных богатств, в том числе и денег налогоплательщиков украинских. Поэтому, когда не будет денег в стране, станет, в принципе, ряд вопросов, которые нужно будет решать, в том числе и роспуском парламента, потому что не все парламентарии готовы до конца идти в пекло, в которое они сейчас всех ведут. То есть, я говорю уже, может быть, не совсем ровными предложениями, а несколько эмоциональными, но я просто вижу цифры, я вижу показатели, которые у нас будут в втором, в третьем квартале, и в принципе ничего оптимистичного я не вижу. Чем они собираются закрывать разрывы бюджета, я не понимаю. Кассовый разрыв можно назвать. Я не понимаю. Я думаю, что скорее всего, что они будут опять пытаться сократить бюджет, но это не совсем корректно в нашей ситуации. Бюджет Украины и так трещит по швам, он пустой. Вот. Плюс нужно понимать, сколько выплат по этому году у нас идет. То, что происходит вчера в СМИ по поводу назначения Маркарова послом в США, у меня нет комментариев, у меня просто эмоции. Вот. Поэтому многие действия, которые осуществляются, и управленческие, и кадровые, и экономические, я с ними в корне не согласен. Вот. Если мы собираемся рушить нашу страну, так, в принципе, можно это все выйти и сказать, и все быстрее закончить для этой власти. Пане Михайло, а от на вашу ж думку, знову ж таки, де знаходиться центр ухвалення тих чи інших рішень? Хто є ідеологом багатьох тих процесів, які відбуваються на наших з вами очах, і за ким, можна говорити так, останнє слово? В стране є президент. В Україні є президент. Ви вибраний народом. Він должен приймати ці рішення, і він должен руководити своїми підчиненими. Вот ответ такой. Я не думаю, что президенту кто-то звонит и дает команду. Если это так, то это держзрад. Тоже есть такая статья в Уголовном кодексе Украины. Пане Михайло, давайте поговоримо також і про справи Приватбанку, тому що цей тиждень виявився не дуже таким уже солодким для колишніх топ-менеджерів цього банку. Знаємо, що екс-голові правління Олександру Дубілету, ще двом колишнім високопосадовцям повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму в 136 мільйонів гривень. Також заарештували Володимира Яценка, хоча вже внесли заставу у повному обсязі, як це визначено в ухвалі суду, тобто 52 мільйони 210 тисяч гривень. Оцей процес, що він означає, в першу чергу, для того ж Ігоря Коломойського, чи тут справа не в ньому? Якщо посмотреть голосування, которые произошли в скорости после озвучивания о задержании сотрудника бывшего Приватбанка, то можно подумать, что это обжимают группу Приват для согласия, для сговорчивости при принятии тех или иных решений Верховной Рады. Исходя из того, что на следующий день всех отпустили, и так как СМИ говорило, что, скорее всего, что это по основному делу Приватбанка были процессуальные действия, оказалось совершенно по другому проваджению, то, скорее всего, что мои слова являются истиной. То есть это просто обжимают и заставляют группу Приват делать те или иные управленческие решения, озираясь на банку. Вот и все. То есть ничего военного, не те суммы, которые, в принципе, были озвучены в деле Приватбанка. То есть это немножко уже другая плоскость, поэтому я думаю, что это все просто идет игры. На вашу думку, ті, хто називав Володимира Зеленського маріонеткою Коломойського, глибоко помилялися? Не могу прокомментировать. Я не знаком лично ни с одним, ни с другим. Понимаете, комментировать третьи слова, то есть мне нужно хотя бы знать людей, чтобы я мог высказывать в этом вопросе свое мнение. Я не могу сказать, кто чья марионетка. Я думаю, что все люди взрослые, все самостоятельные, и каждый сам решает, как ему жить в этой жизни. Особенно идя на такой высокий пост и так далее, и так далее, и так далее. Пане Михайло, хотілося б також від вас почути вашу фахову оцінку щодо справи Сергія Стерненка. Чому так багато політики в цій справі? Є дуже багато різноманітних судових справ, від яких дійсно тхне політику. Але от ваша думка, ваша оцінка? Я думаю, що тут немає політики. Я думаю, що тут потрібно в першу чергу власті успокоїтися. И понимать, что она власть, и она должна действовать только согласно букве закона. Если господин Стерненко виновен
согласно решению суда, то он должен понести наказание. Если господин Стерненко не виновен, и сейчас пойдет апелляцию, апелляционный суд примет решение, что на основании решения первой инстанции он не виновен, идут определенные действия. Есть еще Верховный суд. Можно это все дело рассматривать под разными углами и плоскостями. Все, что происходит на улице, я считаю, что это большое заказное шоу. Вы знаете, никого не волнует, что многие люди, украинцы, остались без дома, без средств к существованию, вынуждены уезжать из страны. Это никого не волнует. Это никто не выходит на улицу и не требует ничего. Никого не волнует, что закрывают массово бизнесы люди, и им нечем содержать себя и свои семьи. Это никого не волнует. Но волнует абсолютно человек, который мало кому известен. Поэтому я бы здесь вообще на это не обращал внимания, как можно меньше это все освещал. Знаете, это все, вода она сойдет. Поэтому заказное шоу, оно имеет свойство заканчиваться, когда заканчиваются деньги. Найдите деньги, кто оплачивает это шоу, и все прекратится. Я говорю так, как оно должно быть. Как и это все делать, таки, в принципе, должны делать в развитых обществах. Пане Михайло, і все ж таки, от хто є, на вашу думку, таким головним вигодоздобувачем від цього шоу, яке от відбувається на наших з вами очах? Ви знаєте, так все перемішалось в домі Облонських української політики, що кто-то утверждает, что это выгодно бывшему президенту Украины. Кто-то утверждает, что это выгодно еще какой-то группе лиц. Я бы вообще сейчас не тратил эмоции наших телезрителей и многих граждан Украины на все эти события. Сейчас нужно смотреть на экономические процессы и на законы, которые будут улучшать экономическую составляющую нашей страны. Все остальное — это только манипуляция и сиюминутная какое-то отвлечение взглядов и внимания граждан на достижение той или иной группы своих целей. Поэтому я бы вот как можно меньше вообще это трогал, освещал и раздувал по поводу этого Стерненко. Еще раз повторю, если человек виновен, я не знаю, кто это, я никак к нему не отношусь. И согласно законодательству Украины он признан виновным, он должен нести наказание. Если же нет, он выйдет на свободу. Но я не, еще раз говорю, я не в материале дела, я не видел доказательной базы, я не видел обвинения, я не знаком с делом. Но еще раз говорю, исходя из того, что дело это уже громкое и есть несколько судебных процессов по поводу господина Стерненко, и то, что видел я какое-то время назад видео, где господин Стерненко убивает ножом человека, то я думаю, что как можно признать человека невиновным за то, что он убивает человека? Давайте мы уже говорить открытым образом. Если его выпустят, тогда у нас верховенство права. И есть ли оно, вот это, знаете, вопрос, а был ли мальчик? Поэтому государство должно доказать, что оно государство и уважение к себе. Поэтому, еще раз говорю, верховенство права, соблюдение всех законов. Вся остальная политика, которая вокруг таких дел, она как можно меньше должна присутствовать. Когда граждане поймут, что есть закон, который их защищает, я думаю, что лучше станем жить гораздо. Пане Михайло, давайте ще поговоримо про економіку. Дійсно, коли говоримо ми про економічне становище нашої держави, то, на превеликий жаль, це такі сумні і песимістичні розмови. Можливо, є щось у нас позитивного в цій сфері і суспільно важливій царині? В економіці я не бачу позитивних здвигів в лучшую сторону, в обратную сторону вижу. Я общался с это мои приятели, но так или иначе они чиновники, они сейчас кто-то из них депутат Верховной Рады, и мы обсуждали некоторые вопросы, которые были вынесены на бюджетный комитет, на таможенный комитет, налоговый. Я вижу то, что принимаются законы, как они принимаются в интересах финансово-промышленных групп некоторых, вследствие чего бюджет получит дырку, а не деньги в бюджет. Поэтому я не думаю, что что-то хорошее нынешняя Верховная Рада готова еще что-то принять. Много таких сигналов идет, что законы не принимаются не совсем в интересах Украины, либо они нелегитимны, мягко сказать. Поэтому, когда группа лиц принимает такие законы, то она либо лоббируется, что, грубо говоря, ей дают взятку депутатам, и они, кивая, принимают эти законы.
либо это зрадники. Вот. Еще раз говорю, Верховная Рада, все чиновники Украины и любой чиновник мира должен работать на созидание экономики и улучшение жизни граждан своей страны. Сейчас это в Украине не происходит. Поэтому, в принципе, многие процессы, которые можно объяснить таким образом. Либо это люди, которые работают в целях своего кармана, либо не на нашу страну. А хто лобіює Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики і першого віце-прем'єр-міністра? Я не в курсі. Хто його лобірує, це потрібно спросити у нього. Ну, ісходя з того, що третій раз вносить президент на согласування Верховної Ради, то треба спросити у президента. Ну, під Вітренка вже змінили закон і пролонгували його перебування на посаді міністра з приставкою ВО. Господин Вітренко пытается доказать на Банковой, что он спроможен получить транш кредита МБФ, либо, как я сегодня помню, Макарова собирается на День независимости Украины привести сюда Байдена, я могу сказать сразу, ну, могу даже с вами поспорить, что это сделано не будет. Деньги Украина не получит, а Байден на День независимости, скорее всего, что не приедет, либо уже приедет несколько с другим соусом для Украины. Поэтому кадровые назначения, кадровая политика, ее нет. Если я бы сказал, что она там хромает или она как-то плохая, я вижу все, что происходит, я вижу региональную политику властей, которая идет с Киева, я вижу то, что идет экономическая политика, ее просто нет. Вот. Все идет в разнос, и просто критики уже нет, не выдерживает. То есть, ну, это моя позиция, это то, что я вижу, могу обосновать, в принципе, все свои слова. А какие экономические наслідки того, что Международный валютный фонд не дав нам гроші? Вы знаете, я не являюсь премьер-министром Украины и министром финансов. Во всяком случае, пока. Не знаю, как будет спустя какое-то время. Я могу сказать, что при изменении внутренней экономической политики, фискальной политики, финансовой, экономической, политической, управленческой, то, в принципе, на ближайший год нам деньги не нужны. От Международного валютного фонда. А нам все кажуть, що потрібні, якщо от слухати те, що кажуть нам урядовці, деякі парламентарі, ми без МВФ нікуди. Ми ніяк. Знаете, я бы вам порекомендовал, знаете, просто провести эксперимент, вот, журналистки. Возьмите несколько бухгалтеров, ну, независимых, с разных регионов, которые имеют опыт, которые имеют какой-то там жизненный опыт, и несколько управленцев. И дайте им бюджеты, одни и те же, бюджет Украины, чтобы они его сверстали. Чтобы они сверстали траты, чтобы была поправка на ту же коррупцию, которая сейчас присутствует. И посмотрите, как они вам его предоставят исправленным для того, чтобы у нас был процесс созидания. Я могу сказать, что будет там отображено. Там будет отображено первое и самое основное – это борьба с коррупцией. Таможня, налоговая, госмонополии, нацсоветы и так далее, и так далее. То есть деньги все под контроль. Искоренение всех каких-либо потоков и незаконных действий. То есть это у нас идет уже наполнение бюджета, а не разбазаривание и растыкивание его по карманам непонятных третьих лиц. Деньги государственные и деньги украинских налогоплательщиков должны быть в бюджете Украины и расходоваться должны они прозрачно. Поэтому если, в принципе, это вы сделаете, просто мои слова перепроверите, я думаю, что у вас все сойдется. Может быть, не совсем очень уж оптимистическом сценарии, но жить как-то можно будет и без кредитов. Да, нужна будет серьезная переговорная позиция с тем же самым МВФ. Нужна будет серьезная переговорная позиция с внешними, давайте их назовем так, партнерами. Но еще раз говорю, любая переговорная позиция должна основываться на сильных реперных точках, которые идет, на которые переговорщик может опираться. А нынешние власть имущие не умеют это делать. Я не говорю, что они не знают или они не умеют это делать. Пане Михайло, я вам дякую і за пораду щодо експерименту, і в цілому дуже вдячний вам за цю розмову, за це спілкування, за ті думки, які ви висловили. Михайло Гагаркін, адвокат та експерт з питань антикризового управління, сьогодні мали можливість поспілкуватися. Я дякую всім нашим глядачам за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на Політека.